почетным доктором стал Евгений Максимович Климаков. Это не просто они почетные доктора у нас. Они читают лекции, вот я хотел сказать, лекции активно работают. Нет, все нормально. Немножко раньше, чем думали, пришли на 50 миллионов. Они нам ее устанавливают, они ее запустят. Я надеюсь, что мы заработаем. Покажу еще и другие, где идут масса у нас направлений, да, и по лазерам для медицины, и по светодиодам для хирургических интеллектуального операций. Микроструктуры, которые расположены здесь, позволяют, вот здесь такая демонстрация небольшая. Добрый день. Добрый день. Валерий Адольфович Рыжик, наш учитель математики. Очень, да. Да. Добрый день. Пало при взаимодействии с властью. Поэтому я ни одного примера и не привел. Спасибо. Еще раз поздравить. Желаю вам всех благ. Спасибо. Желаю вам здоровья. Желаю вам и дальше так же прекрасно трудиться, как вы это делали всю жизнь.